В селе Усть-Чуль началось строительство пожарного поста. Финансирует объект республиканский бюджет. С нового года здесь будут постоянно дежурить 6 бойцов. Полноценное сельское пожарное депо вместе с проектом обошлось бы более чем в 60 миллионов рублей. Это сам объект, обязательная тренировочная пожарная башня, спортплощадка и много еще, что положено иметь огнеборцам по штату. В Усть-Чуле решено обойтись с необходимым минимумом. 100-метровое здание с боксом на один пожарный автомобиль, бытовые помещения для персонала, учебный класс, столовая, кладовая для инвентаря и запчастей. Это все обойдется почти в 10 раз дешевле. Кирпичное здание будет стоять на балансе сельсовета. Зарплату пожарным будут платить из республиканского бюджета. Зато само село Усть-Чуль и ближайшие деревни будут более надежно защищены. Сократится время прибытия расчетов к месту ЧП. 64 километра – это больше часа мы двигаемся сюда. Прибываем уже, когда дом или какой-то объект горит полностью. Люди, которые будут здесь дежурить, моментально при поступлении сообщения выйдут на ликвидацию происшествия. Здесь будет служить 5 водителей и начальник отдельного поста. То есть, ну, остальные жители, это в пределах 12 человек, это будут подготовлены добровольцы, которые непосредственно живут в этом населенном пункте.